Звонок на пульт 101 поступил в полдень. Градирня – это устройство для охлаждения большого количества воды направленным потоком воздуха. Но, как рассказали в МЧС, градирня в Соликамске на Мира была пустой. Погибших и пострадавших нет. Пожар оперативно был ликвидирован. В тушении участвовало 7 единиц техники и 21 человек личного состава. Обстоятельства и причина возгорания устанавливаются.